надо выбрасывать Пикачева, если получится. А пока не получается. Хартиканин на пятак. Гранлунд, Паскуалин просто браво, стена. Браво, Паскуалин. Да. Вытащил такой момент. Так долго готовили вот этот бросок. На шайбе, будь то отскок, будь то тут рикошет от вратаря, или просто шайба откидывается на свободный лед. И вот еще один момент у ворот Йони Ортио. В падении приходится выручать свою команду. Северсталь от третьей пропущенной шайбы. Посмотрим на момент Сергея Широкова. Ганзел на Широкова и Подъепольский. Шайба Дедунов блокирует. И такое впечатление, что ему больно, но мужественно на ногах он эту боль переносит. И снова Жиганов. И спасает сейчас Бобков. Там, похоже, уже видел шайбу в ворот Владислав Каменев. Он не стал так акцентированно добивать. И вот как раз отсутствие вот этой ярости, может. А вот здесь бросок поворотом. Загидулин шайбу не видит. И какое спасение Загидулина клюшкой! Это фантастика! Браво, Артем Загидулин! Как он среагировал! Удается ему остановить шайбу своим правым щитком. Полети она чуть правее, наверное, попала бы между щитком Грубицу, который перемещался. Но так еще одно супер спасение.